пусть нас больше не вспоминают. Родителям погибших армянских военнослужащих пришлось долго ждать у правительственной дачи, после чего некоторые ушли. Родители погибших в 4-дневной апрельской войне 2016 года и 44-дневной войне 2020 года военнослужащих на автобусах привезли на правительственную дачу и оставили стоять на улице. Нас привели сюда, оставили стоять на улице. Сесть негде. В любом случае, Бог с ними. Пусть нас больше не вспоминают. Сказала в беседе с корреспондентом Медиахаб одна из родителей после долгого ожидания. Отметим, что на армянской правительственной даче была запланирована встреча с супругой премьера Анны Хакапян. Իսկ ընթրալությունը նորմալ էր, դուք տեսաք առաջին տիկնոջը։ Չէ, չենք տեսել։ Մենք չենք տեսել, չենք հասցրել։ Մեզ զանգեցին, մենք գնացինք հետ։ Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.